когда игры, грубо говоря, на 4-5 день, игроки находятся в тонусе, и оно психологически легче переносится, чем, допустим, тренироваться несколько там недель до старта матча, либо там даже... Ну, было очень даже интересно, когда были игры на каждый 5-й там день. Было легче и физически даже, и психологически. В принципе, проблем не было с этим. Физическое состояние отличное. Я думаю, что если бы еще был бы третий круг, я думаю, что спокойно можно было бы его сыграть. То есть проблем нет никаких. Ну, погода здесь шикарная. Мне вообще Краснодар напоминает. То есть, да, что даже по газону, то есть, что по погоде. Я думаю, что в любом случае это плюс, чем мы бы принимали бы сейчас оставшиеся игры дома, потому что все равно в таких условиях намного комфортнее играть. И я думаю, что не проблема будет сыграть два матча. Главное, чтобы они были успешными для нас. Мой последний вызов был, если не ошибаюсь, в 2015 году. Нет, в 2017 году, в феврале месяце, тогда была Португалия. Потом был некий период, когда меня не вызывали. Я очень рада, что меня вызвали в национальную сборную страны. Это гордость, это честь. И как бы хочется себя проявить все-таки, чтобы была возможность доказать. Потому что был, наверное, да, такой... момент, когда думал, что, наверное, уже все, там как-то не было этого глотка, но сейчас с этого года совсем все по-другому. Я также мотивирована и амбициозна, поэтому для меня этот вызов был действительно неожиданностью, но я думаю, что есть чем доказывать, стремиться, и главное, что нельзя никогда опускать руки. В 2017 году также, да, был матч здесь, в Турции, но тот матч я также наблюдала со скамейки запасных, и я тогда в игру не вступала. Но мы здесь, конечно, сделали небольшую осечку, мы упустили здесь 2 очка, и даже та ничья, наверное, немного приравнивалась к поражению нашей команды. Действительно, была бойня, еще, знаете, немножко какие политические были моменты, немного некомфортно было играть, я даже так думаю, потому что люди с автоматами стояли, ну, то есть это не очень такая была спортивная, так сказать, атмосфера. Может быть, это как-то психологически сыграло какую-то роль. Но что касается Турции, вот я их всегда помню, знаете, еще был турнир «Кубанская весна», проходил в Сочи, да, ежегодно, и даже тогда Турция, даже, кстати, есть игроки сейчас, вот, играли с Турцией, те, которые до сих пор играют в национальной сборной, то есть это удивительно было наблюдать за их ростом, и я могу сказать, что это очень, наверное, цепкая, игроки, которые всегда настроены на борьбу. И, наверное, очень много индивидуальных игроков, которые могут решить более индивидуально. Вот у них с этим хороший подбор есть. Игрокам в линии атаки, наверное, более тяжело. Мне так кажется, что более тяжелее эмоционально, потому что ставишь себе задачу, да, что в любом случае много зависит от линии атакующей, чем от оборонительной. Оборонительные немного думают игроки о другом. И знаете, как бывает, вот если сразу ты забиваешь первый, второй гол, то у тебя идет кураж в начале игры, и это очень важно. И зачастую с такими командами нужно это делать, чтобы постараться свой мозг заточить на том, что нужно очень агрессивно атаковать. И то есть, когда ты вот... Тогда уже становится легче, когда ты забиваешь первый, второй мяч на первых минутах, тогда становится легче, и ты понимаешь уже, что ты можешь решить задачу, которая будет поставлена. Знаете, меня не было на чемпионате Европы в 2013 году. Я принимала участие в студенческих играх сборной. Как раз в тот момент команда принимала участие в финальной стадии. Также меня не было в 2017 году.
Я бы очень сильно хотела, конечно, как для спортсмена, это действительно это цель, тем более выступить успешно, это то, ради чего мы растем, стремимся и развиваемся. То есть я очень надеюсь, что мы обязательно попадем в финальную часть чемпионата Европы.